Здравствуйте, я снимал видео на русском языке 30 дней, чему я научился. Теперь я знаю, что знаю больше русского, чем я думал. Я делаю ошибки, но могу общаться немного, и это здорово, потому что для меня говорить по-русски – это мечта. И сейчас я это делаю. Спасибо за просмотр этого видео и пока.